кого-то этот праздник стал уже традиционным, но для этих малышей волнительный шаг в неизвестность. В лицее поселка Афипского отпраздновали День знаний, который в этом году пришелся на 2 сентября. Поздравил учащихся и педагогов с новым учебным годом депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко. Все усилия администрации края, Законодательного собрания направлены именно на социальное направление. Чтобы улыбались наши дети, чтобы был мир в семьях. И действительно, будущее именно за нашими первоклассниками, за нашими выпускниками. Дорогие ребята, я хотел бы и очень желаю, чтобы этот день вы запомнили на всю свою жизнь. Как вы сделали первый шаг в школу, как вы сделали первый шаг в выпускные классы. И чтобы школа запомнилась вам только такими хорошими и такими добрыми воспоминаниями. 11-классники передали символические самолетики с напутствиями своим младшим товарищам. Прозвенели колокольчики, возвестив о начале учебного года, и самые маленькие ученики отправились на свой первый классный час. Обучаться ребята будут в новом блоке для начальной школы, построенном по типовому проекту благодаря краевой программе. Светлые, уютные классы и помещения, оснащенные всем необходимым. Мы постарались. Как вам класс, ребята? Понравился? Да. Вы тоже такие красивые сегодня. Совсем-совсем скоро пройдет, по-моему, первый месяц, и вы станете настоящими лицеистами. Пообщавшись с детьми, Сергей Орленко осмотрел некоторые помещения школы, в частности спортивный и большой актовый зал. В новом здании есть все необходимое для полноценного и комфортного учебного процесса.